Университеты России в диалоге со временем. Название третьей всероссийской научно-практической конференции, в которой поучаствовал крупнейший вуз региона. Сотрудники Северо-Восточного государственного университета рассказали, какое научное знание добыто за последнее время и где его можно применить. Заседание провели в режиме видеоконференции, приурочили его к юбилею СВГУ. По словам специалистов, такая конференция помогает в обмене опытом и установлению новых контактов. Это путь к научной коллаборации, установлению новых контактов между участниками научного процесса. Нам есть о чем рассказать, коллегам есть о чем обменяться, да, и эти достижения, наверное, будут на практике применимы. В конференции работали 9 залов. Деканы, преподаватели кафедр и студенты выступали со своими докладами, обсудили миссии и задачи современного университета, опыт работы над грантовыми проектами, а также переход на дистанционное обучение в связи с пандемией. Будет освещено, каким образом кафедры института ответили на вызовы современности, такие как новая коронавирусная инфекция, пандемия, которая ограничила наши возможности по общению с обучающимися. Но благодаря тому, что мы все-таки работаем в Институте цифровых технологий и экономики, все преподаватели нашего института создали свои курсы в дистанционной системе обучения. Конференция проходила на протяжении всего дня. С докладами выступили не только представители Северо-Восточного государственного университета, но и сотрудники других вузов России. По словам организаторов, полученные знания найдут свое применение в практической деятельности.